хорошо, что я вижу, что сам аэродром открыт, то есть лента, опа, молния была, лента осадков сейчас в данный момент между нами и аэродромом. Вот, а мы висим на горе рядом со склоном Кит-Кедюр, 2700 корка. Вот, и здесь немножечко есть поточков еще. Все работает, мы так, в принципе, летаем, ждем. Думаем, что делать. Какое-то решение надо принимать. Мы его примем и попробуем исследовать. Вот. Достаточно светло за зоной осадков. То есть штуковина проходит. И за ней светло. Вот вопрос, как ее пойти. Самый, наверное, мощный очаг осадков висит на юге, вон он. Вот. Это все стремительно приближается к аэродрому. И мы сейчас покажем вам посадочку, как можно быстренько снизиться на планере и зайти на посадочку на аэродром. Так, ветер 48 км в час, ветер боковой. Вот это будет тихо, вот это будет лёго-лёго. Да, колдун тоже показывает 90. 10 метров в секунду, однако. Чистый запад. Вы смотрите. Возьмешь камеру? Наверное, Мальти, Индия, Виктор. А? Скажи, что... Опускай интерцептор, забирай камеру. Слева, 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 слева. Поехали. Сэрла, Мальти, Индия, Виктор, Даубин. Да, нет, не стал. Да. Как можно быстрее. От греха подальше. Скорость посадочную повыше. Опа. Да, запад. Будь здоров. Шасси вы. Нормально. Так. Сейчас будем скоро касаться. Держись. Тянем, тянем, тянем. Оп. Козла сделали. Оп. Прижались. Так. Вот сейчас главное хвост прижать вовремя. Оп. Эть. Есть. Все. Хвост на земле. Управляемся. Нормально. Порядок. Уже не развернет. Да. Вовремя. Однако. А ты века вовремя, покажи, как мы лучше подъедем к прицепу красиво. Ну еще будет красиво запарковаться и вообще зашибись, так? Опа! Слева вон хорошо получилось, смотри. Вот так вот, глубоко уважаемые любители планера спорта, надо быстро оттекать от броса. Мы еще зачеплиться по дождя успеем. Анимар! Пока. Все, чеклимся быстро. Бери. Лихо? Лихо. Ну а теперь наше обычное хулиганство. В эфире передача для тех, кто маньяки. Наше ниже, так сказать, вечернее или какое там хулиганство, потому что... Мы снимаем проход над озером. Оп.